В рамках передачи «Культурная эволюция» предлагаем вашему вниманию проект культурного центра Елизаветы Мамонтова «Новый формат». Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, в святилище, где сон и фимиам, моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным вином, настанет свой черед. Творчество Марины Цветаевой не укладывается в рамки ни одного из литературных течений Серебряного века. При этом жизнь ее не щадила. Революция, гражданская война, крушение идеалов, эмиграция и возвращение в чужую ей страну, в СССР. Гибель близких, множество предательств и разлук. Лютая бедность. Однако Марина не стремилась избежать испытаний, а делала их источником своего творчества. Что вы больны мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная, сами так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами. За то, что вы больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами. Откуда такая нежность? Не первые эти кудри разглаживаю, и губы знавала темней твоих. Сходили и гасли звезды, откуда такая нежность? Сходили и гасли очи у самых моих очей. Еще не такие песни я слушала ночью темной. Откуда такая нежность на самой груди певца? Откуда такая нежность? И что с нею делать, отрок лукавый, певец захожий? С ресницами нет длины. Хочу у зеркала где-нибудь и сон туманящий. Я выпытать, куда вам путь. Благословляю вас на все четыре.
Марине Цветаевой. По ее стихам можно понять, что же это такое – истинная поэзия 20 века. Можно увидеть эту поэзию в тех ее решающих чертах, которые делают ее истинно новой и необыкновенной. Именно Цветаевой удалось отразить в своих произведениях мироощущение человека нового столетия.
Сама Цветаева читала свои стихи без лишней театральности. О своей манере декламации поэтесса говорила: «Люди театра не переносят моего чтения. Говорят, вы губите стихи. Не понимают они, коробейники, строк и чувств, что дело актера и поэта разное. Дело поэта вскрыв, скрыть. Голос для него броня, личина. Вне покрова голоса поэт гол. Поэт всегда заметает следы. Голос поэта водой тушит пожар строк». Идешь на меня похожий, глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже. Прохожий, остановись. Прочти слепоты куриной и маков набрав букет, что звали меня Мариной и сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, что я появлюсь грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. И кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Я тоже была прохожей, прохожей. Остановись, сорви себе стебель дикий и ягоду ему вслед. Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет. Но только не стой угрюмо, главу опустив на грудь. Легко обо мне подумай, легко обо мне забудь. Как луч тебя освещает, ты весь в золотой пыли, и пусть тебя не смущает мой голос из-под земли. Поэзия Марины Цветаевой пошла в народ и стала частью нашего языкового сознания прежде всего через песни и романсы к кинофильмам. Это настолько же удивительно, насколько закономерно. Удивительно, потому что ее стихи, сложные синтаксически даже для прочтения глазами, очень удобно легли на музыку. Закономерно, потому что уже невозможно представить себя, например, без фонового знания песен на стихи Цветаевой из «Иронии судьбы» или из «Жестокого романса». Они срослись с нами, с нашей памятью, сформировали нашу картину мира, сделались тканью самой жизни. Ласкать и гривы
своих коней, своих коней. В одной невероятной скачке вы прожили свой краткий век, и ваши кудри, ваши бачки, и ваши кудри, ваши бачки.